Всем привет, с вами снова Трибунал, и сегодня, как и обещал, при появлении новых союзников мы их будем выбивать и смотреть, что же нам там упадет. Да, во-первых, хочу сказать, что в недавних обновлениях нам добавили прикольную функцию, то, что в баунти вы можете сейчас одним щелчком, да, то есть за одной кнопкой сразу она автоматом выбирает вам топовых персонажей для данной позиции, и это очень удобно. Это первое. А второе, то, что оно начало сортировать по мере появления всяких вещей, да, то есть по нужности. Вещь появилась, видите, сейчас отсортировала назад. Ну, в принципе, не в этом суть. Нам добавили троих союзников любви. Сегодня мы их будем выбивать. Первый акционный удар тоже есть, я его не тратил. Намерен я минимум выбить, либо же выбить 100 тысяч этих призывов, то есть 10 по 10 ударов. Либо же, когда мы выбьем всех троих новых. Ну, посмотрим, чтобы посмотреть навыки, и, в принципе, стоит, не стоит выбивать. Но, опять-таки, напомню, сразу скажу, что первую вот десятку, которая акционная, обязательно стоит выбивать. Это по-любому. Так, ну что, поехали, будем смотреть, что нам здесь упадет. Новые, не новые. Нет, это повторка. Это старые. Окей, продолжаем. В надежде. Так, это эти? Акционные. Так, 10. Бьем. Что мы имеем? Здесь вообще ничего не имеем. Так, это 10. Из авто. 20. Это 30. Это третий раз, да? Посмотрим. Пока 3 удара ни о чем. Так, четвертый. Да ладно, 4 ни о чем. Но видно, что-то не пошло не так. Это пятый удар. 50, смотрим. Серьезно? А я думал, что вообще, типа, прям на сухпайке. Что у нас? Нона. Но это не та. Это не то, что нам нужно. Так. Я потерялся. 4, 5. Это было 5, это 6, да, удар, по-моему? Вот, что-то новое. Не понял, правда, была или не была эта сакура. Нет, по-моему, не было ее. Да, не было ее букета. Это первые, значит, из тех, которые мне нужно выбить, а выбить нужно троих. Так, ну пока не... Блин, я не считал, сколько мы уже ударили. 5-7, наверное. Это 8. Давайте немножко еще побьем. 8, 9, 10. Еще 2 удара, в принципе, осталось. Бу, один остался. И что-то мне прям не нравится это все. Надо выбивать. Давайте еще побьем. Мы не жадные, мы не бедные. Может быть, выбьем еще хотя бы парочку новых. Да, конечно. Рандом — это наш конек. 100%. Давайте. Так, это уже 120 сейчас, да? Ну, фонарь. Что-то прям не пруха. Так, это не то. Хотя повторка, не повторка, но не то. Так, это уже 120, да, по-моему, мы там уже набили. Давайте до 150 хотя бы дойдем. Вот, что-то появилось. Что это? Обычный Джохан. Дайте мне этих. Акционных дайте. Нафиг мне обычные. Мне акционных надо посмотреть. Ну, жлобы. Не даю. Так, это уже 150 сейчас будет. Серьезно. Ну, давайте еще бьем. Это 160. Акционные дайте. А, да-да, вот на тебе повторочку акционную. Хочешь акционную? Держи. А почему не? Так, я уже сбил со счета. Кто-то считал вообще? Напишите потом в комментариях, сколько мы вообще потратили. Вот акцион. А, ну, да, почему бы и нет? Да, третья сакура. Дайте что-то нормальное. Жлобы. Сколько там камней? Давайте еще тратим. Ну, дают же какие-то пятерки, шестерки. Да, вообще, вот, блин. Не, ну это кощунство. Дайте, блин, нормальных союзников. Обзор надо сделать, не позорьте.
Ну, да. То же самое. Может, место сменить? Давайте мы чуть подвинемся. Может, нам не прет? Монетку давайте бросим. Я не знаю, надо что-то делать. Где тут монетка? Вот монетка. Давайте монетку. Так, что там? Давайте дружба. Это ж союзник, это ж дружбан наш. Сейчас еще парочку потянем. Если нет, то не. И так уже многовато улетело. Так, найм. Сюда. По 10. Три раза еще по 10 бьем. Нет, то не. Ну, пока голяк. Ну. Ну не то. Не то. Мне не нужны колледжи, мне нужно. Ну, дайте мне новых союзников. Новых. Дайте союзников. О, есть, по-моему, да? По-моему, да. Да, новая Xiaomi. Она идет 6-звездочно, вот, кстати. Так, ну еще разочек бьем. Там кого-то одного у нас не хватает, но если не выпадет, уже, ну так и будет. Нет, нет, нет. Не могу остановиться. Еще разочек. Ну, ролл на самом-то деле вообще очень плохой на этот раз. Очень, там 20, 210 или сколько мы там выбили. Давайте сейчас любой 5-6 звезд первый падает. Ой-ой-ой-ой-ой. Чувствую. Залетаем мы по камням. Ну, серьезно. Вообще не пруха. Кто там смотрел, четко считал, скажите в конце, сколько раз мы ударили. Ну, опять 5-звездочная сакура. Ну, все. Все, не будем смотреть дальше. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, да, вот Xiaomi. Что у нее по навыкам? Урон 5 противникам. Наносимый урон противниками уменьшается на 2,5% на 10 секунд. То есть уменьшает урон противников. X у нее отбрасывает. То есть это типа защитные. И здесь получаемый урон уменьшается на 1%. Опача. То есть, в принципе, если ее повышать, а что в прорыве будет работать? 5%. И здесь... А, здесь один... А, ну здесь активация происходит. Угу. Так, я понял. Хорошо, то есть она получается 7, она дефовая. Она золотая, но она работает чисто на деф. Союзники у нее... Очень много у нее союзников, кстати. Эти что... Угу. Очень много у нее союзников. Так, и что у нас еще? Так, это мы выбили левых. А, вот. Не, Когуре. А, она у нас уже была. Да, то есть мы только Сакуру. Что у нас здесь? А, Ябуки, вот. Где-то у нас должна быть. Вот. Это у нас 5-звездочная. Что она дает у нас? Уровень критического урона... повышается, а пассивка плюс 5% крит урона персонажа. То есть, ну, 5-звездочка, наверное, критовая, но она слабо все равно. Но пассивный крит даст, если 5-звездочную брать. И шанс крита. А что у нас здесь? ОЗ? Ни о чем. Понятно. То есть, в принципе, не сильно. А так, и еще давайте посмотрим, кто у нас... Это у нас кто? Джохан. Давайте в галерее посмотрим. Так, Лумифей. Нет, не Лумифей. Джохан, по-моему, да? Да, не, любимый Чудзихан. Чудзи. Что у него, значит, здесь? Физический урон 5 противникам, то одновременно с этим урон увеличивается. То есть он просто увеличивает урон наносимый. Икса у нас... колоссальный урон, накладывается левитация в течение 10 секунд. Угу. И здесь у нас наносимый урон увеличится. Ага, он как Эричка, да, вот. У Эрии тоже идет, где там. А, здесь крит урон, вот наносимый урон увеличивается. А у него наносимый урон увеличивается, получается. Одновременно с этим урон увеличивается с первого
И со второго это просто наносимый урон, это не крит урон, это просто наносимый урон, увеличивается с пассивки и с первого скилла. Ну, в принципе, неплохой. Неплохой такой буст. Так, повыбивали сегодня, видите, союзников, повыбивали плохо, не всех выбили, выбили вообще печально, на самом деле, потеряли много камней, но ничего, я думаю, что еще на пару акций мне точно хватит, чтобы вам показывать этих союзников и как мы их будем выбивать, но реально потратились мы так добротно, добротно. Ну, надеюсь, это стоит вашего лайка, вот, комментария, надеюсь, кто-то посчитает, сколько мы потратили, напишет в комментарии, потому что я реально потерялся, собирался хоть минимум, не минимум, а максимум 100 ударов, а в итоге получилось, я не знаю, может даже 200, а может даже больше. Ну, а таки, надеюсь, что кто-то напишет, сколько мы все-таки потратили на это все дело. И потратили не зря, поэтому пишите ваши комментарии, пишите спасибо, Серега, что стараешься для нас и тому подобное. В общем, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.